Здравствуйте, ребят. Хочу дать совет, как нужно правильно пилить отлив, или как нужно точно его пилить. У нас в данном случае отлив был покрашен порошковой краской. И если мы его спилим болгаркой, то что у нас получится? Эта краска, она испортится. Мы решили спилить его лобзиком, отлив лобзиком. Но есть нюанс маленький. Когда мы пилим отлив лобзиком, то отлетает стружка и царапает его. И получается как бы не очень красиво. И выход из этой ситуации какой? Какой выход из ситуации мы нашли? Решили вот место, где мы будем пилить отлив, поклеить скотч, пропилить и после этого вытащить скотч. И у нас получится очень ровная гладкая часть. Совет на будущее. Если будет возникать такая же ситуация, как у нас, поклейте скотч, пропилите, будет все хорошо. До свидания, до новых встреч. Thank you.